Квантовая мечта. Короткометражка Хлои. Для начала, как мне вас называть? Я Хлои, а вы? Как вас зовут? О, Джон. Меня зовут Джон. Рада с вами познакомиться, Джон. Не могли бы вы немного рассказать о себе и о том, что вы можете делать, Хлои? Конечно. Я первый персональный ассистент, созданный Киберлайф. Я беру на себя ежедневные заботы, такие как готовка, работа по дому, или, например, могу напомнить о вашей назначенной встрече. Угу. Как я понимаю, вы первый андроид, который смог пройти тест Тьюринга. Не могли бы вы рассказать нам немного об этом? Знаете, на самом деле я ничего особенного не сделала. Я просто поговорила с несколькими людьми, чтобы узнать, смогут ли они определить разницу между мной и реальным человеком. Это был по-настоящему интересный опыт. Но ведь это произошло впервые в истории. Человек создал более умную машину, чем он сам. Я слышал, что ваш мозг может производить несколько квинтиллионов операций в секунду. Это правда? Абсолютно. Но ведь я существую только благодаря уму людей, которые меня создали. И у них есть то, чего у меня не будет никогда. Правда? И что же это? Душа? Короткометражка на движке игры. Выход 25 мая 2018 года.